Способна ли она руководить? Вот хороший вопрос. А можем ли мы дать ей определение? Возможно, она худшая, что когда-либо случалось с этой страной. Твой план отбросит нас назад на целое поколение. Они полностью... поддержат меня и мои убеждения. Какие же? Американские олигархи открыли на нас охоту. Как патриоты, любящие свою страну, мы можем поступить гораздо лучше. Они пытаются лишить меня конституционного полномочия быть вашим главнокомандующим. Вы бросаете им вызов. Вы превратили это в спектакль, и теперь они не остановятся. Слышал, вас держат на коротком поводке. Нас с тобой связывают десятилетия. Мы заслужили право разойтись. Ты сам сказал, она виновна не меньше него, а я думаю, может, даже больше. Дак, нет больше тени, в которой ты можешь спрятаться. Ты знаешь, я переспала с ним однажды. С твоим мужем. Ваши враги вас недооценивают. Фрэнсис меня о вас предупреждал. Мной больше не будут командовать, Дак. Ни ты, ни любой другой мужчина. Никогда. Угадай, каких людей я больше не потерплю. Какая бы кара ни постигла Клэр Андервуд, она будет совершенно заслуженной. Насилие — забавная штука. Жертвы помнят не столько физическую боль, сколько эмоции, с ней связанные. Страх. Каждый из нас должен стоять на защите нашей судьбы. Первая женщина-президент Соединенных Штатов не будет молчать. Да пошла она! В мгновение ока, в последний момент. Смерть переоценивают. Мертвецы восстанут нетленными. Мы изменимся. Кого вы больше всего боитесь? Ее. «Карточный домик», 6-й сезон. В Амедиатеке и на телеканале Амедиа Премиум.